Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП в Курчатовском районе. Лихач за рулем иномарки врезался в микроавтобус с людьми. Кадры аварии попали в камеру наружного наблюдения. Маршрутка совершала поворот. В этот момент по Комсомольскому проспекту летела иномарка. Не сбавляя скорости, водитель легковушки таранит микроавтобус. В результате ДТП пострадало 3 пассажира маршрутного такси. Еще одна крупная авария случилась на улице Куйбышева. По словам очевидцев, неподалеку от суда Курчатовского района столкнулись сразу 5 машин. В результате ДТП на дороге образовалась пробка. Информации о пострадавших нет. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.